Детское радио представляет. Большие секреты маленькой кисточки. Вас приветствует кисточка! Здравствуйте! Мы с моим другом Мишей только что приехали на море. Какая красота кругом! Пальмы, горы, а море так и сверкает на солнце. Миша, куда ты? Надо же, схватил сумку с альбомом и красками и побежал к морю. Он давно мечтал его нарисовать. Ребята, а вам хотелось бы научиться изображать море? Знаете, ведь есть даже морские художники. Называются они маринисты. От итальянского слова «марина», что значит «морской». Мне очень повезло, потому что я недавно познакомилась с таким художником, и он поделился со мной некоторыми своими секретами. Чаще всего используют масляные краски для того, чтобы написать море. Да-да, профессиональные художники именно пишут картину, а не рисуют. С этими красками можно работать долго, покрывая холст или картон несколькими слоями. Можно исправлять неудавшиеся места. Можно класть краску густо, а можно разбавить ее так, чтобы она стала прозрачной, как акварель. Если вы хотите нарисовать спокойное море, присмотритесь внимательно, а потом нарисуйте, линию горизонта, где небо переходит в море. Она не должна делить холст пополам. Небо должно быть немного поменьше, чем морского простора. На палитре приготовьте все цвета, которыми вы хотите рисовать. Наверное, это будут голубой, изумрудно-зеленый, синий. Потом свободными мазками покройте плоскость моря. Затем найдите цвета для неба. Также легко напишем небо. И даже можем добавить бело-розовые облака. Небо будет светлее моря. Возьмем белую и совсем чуть-чуть синий и черной краски. Смешаем их. Кончиком мастихина, специального ножичка для красок, сделаем на море несколько горизонтальных штрихов этим цветом. Получились легкие волны. Под ними нарисуем темно-синюю тень. Сверху сделаем белую морскую пену нежными мазками. Смотрите, в волнах заиграли свет и тень. Красота! А если мы захотим нарисовать бурное море, как у замечательного художника-мариниста Ивана Айвазовского, на нашем холсте большой кистью сделаем рисунок волны. Сначала пишем тень, затем среднюю часть волны, нарисуем бело-голубую пену и подчеркнем ее синей тенью. Готово! Но море можно рисовать и акварелью по мокрой бумаге, широкими мазками или маленькими точками, как французский художник Альфред Сислей. А теперь я побегу, посмотрю, какое море получилось у Миши. До встречи, ребята! Большие секреты маленькой кисточки.